Добрый день, господа. Знаете, рано или поздно автопроизводитель выбрасывает на рынок модель, на которую сильно рассчитывает. Он вкладывает значительные деньги в пиар, в то, чтобы объяснить потребителю, что он сделал нечто новое и нечто полезное. Так было в Российской Федерации с рекламной кампанией автомобиля «Танк 300». Топового подразделения компании Great Wall из Китая. Ну и давайте мы сегодня немножко пошарим в том, что в России стоит 4 миллиона рублей, а в Китае чуть больше 2400. Я думаю, всем будет интересно, как это устроено изнутри. Поехали, парни! Двухлитровый рядно расположенный турбомотор, бензиновый в данном случае, 220 лошадиных сил. Не лучшая, прямо скажем, компоновка для внедорожника на раме, все-таки хотелось бы V6. И китайцы знают об этом. Весь предварительный тираж подобных автомобилей с V-образным двигателем, хоть они и чуть дороже, был раскуплен, по-моему, минут за 6 или 7. Но мы будем говорить о том, что продается в Российской Федерации в данный момент. К плюсам этой машины можно отнести хорошую для рамника управляемость. Несмотря на 220 лошадиных сил, вполне себе приличную динамику. Ну, с тем лишь комментарием, что она немножко вялая на старте. Если коротко, во время тест-драйва мне все понравилось. Что не понравилось? Не понравилась некоторая одноразовость технических решений. Попробуйте снять на этой машине решетку радиатора, и вы поймете, что для этого придется сделать многое. Очень многое, прямо скажем. Ну и, соответственно, взгляните вот сюда, и вы поймете, что весь блок радиаторов, он стоит дальше, чем заканчивается рама. То есть все, что его защищает, это просто вот этот вот легенький такой усилитель. А сзади место, в принципе, есть. То есть, ну, можно было подвинуть его на несколько сантиметров назад. Для того, чтобы в случае фронтального ДТП для владельца это было подешевле. Несмотря на то, что китайцы знают рецепт успеха для своей страны, а он прост, это собственное производство. Ну, знаете, когда граждане работают на заводах, которые внутри страны, производят всякие разные там блоки, детали кузова, и потом сами все это собирают и продают в третьи страны, здесь немножко не так. Все-таки это достаточно современный автомобиль, поэтому, например, на блоке управления турбиной мы можем видеть блочок Хелла, а если мы перейдем вот сюда, мы увидим, что в качестве аккумуляторной батареи используется продукция концерна Варта. Правда, это Варта китайская, то бишь произведена в Китае. Можно ли сказать, что это высокотехнологичный современный автомобиль? Ну, я думаю, нет. У него хороший уровень, но есть вот такие забавные решения, которые вы можете наблюдать сейчас, которые сразу выдает машину для китайского рынка. Ну, на мой взгляд, вот эта вот часть, она точно лишняя. Ни к чему планки АКБ крепиться на передней панели, да еще так некрасиво. Если вы посмотрите на вот это вот крепление подкрылка, фендера, расширителя, называйте это как хотите, вы поймете две вещи. Что в случае ДТП вам придется заплатить дважды. Ну, во-первых, за этот силовой элемент из реально каменного пластика и, соответственно, за сам расширитель. В этом тоже есть немножко китайского и европейского, даже точнее, подхода. То есть, чем больше запчастей используется для оперения, тем больше зарабатывает компания на ДТП. Поговорим
о салоне. Знаете, когда все это собрано, я вам это уже показывал в прошлом ролике, ссылочки будут внизу, это выглядит здорово. Ну, такой, знаете, Гелендваген для небогатых. Все взято стилистически оттуда. Значит, в чем особенности рамного автомобиля? Основным силовым элементом, элементом пассивной безопасности в таких тачках является рама. Поэтому, если мы посмотрим на пол этой машины, на танка 300-го, то мы поймем, что усилители здесь играют скорее номинальную роль. Они маленькие, легенькие, тоненькие, а вот пороги достаточно мощные. Это сделано для того, чтобы при боковом ударе, рама-то у нас идет плюс-минус вот здесь, ваши бедра оставались целыми. Ну, когда вы сидите на сиденьях, ведь вот их крепление за рамой, то есть вперед сюда. Так как это совсем свежая машина, здесь нельзя говорить только о пассивной безопасности. Естественно, китайцы поставили в этот автомобиль безопасность активную. Вы можете видеть аэрбэги, и здесь много. Передние, задние, боковые, фронтальные, ну, словом, все, что необходимо. Значит, в чем заключается нюанс? В подходах, как всегда. Если вы посмотрите на вот этот вот кронштейн, то вы поймете, что это не я такой сильный, а его, очевидно, придумывали в последний момент, когда возникла необходимость закрепить пластик, который закрывает эти силовые элементы. Ну и, как по мне, вышло смешно. Продолжая разговор о пассивной безопасности, нельзя не отметить в боковых дверях два усилителя. Вот этот и нижний трубчатый. Я бы не сказал, что у них был очень большой диаметр, я говорю сейчас о нижнем, либо хорошее такое сечение у верхнего. Но, очевидно, китайцы считают, что этого достаточно. В принципе, результаты краш-тестов у этой тачки вполне себе хорошие. То, что для китайцев содержание гораздо важнее, чем внешний вид, можно доказать одним простым движением. Взгляните вот сюда. То есть вы видите элемент кузова, который укрыт антигравием и сверху окрашен, соответственно, рыжей краской. Все бы ничего, но здесь стоит бампер, и в щель между бампером и крылом отлично это видно. Ну, в принципе, наверное, они молодцы. В конце концов, так будет надежнее, лучше для ОКП. Не будет повреждений при внедорожной эксплуатации. В старое доброе время бичом всех рамных автомобилей были те истории, когда эти машины переворачивались. По той простой причине, что вся жесткость кузова, ну, по сути, зависела от рамы. Например, Suzuki Grand Vitara там 2000-х годов или Grand Vitara XL7. Здесь немножко другая история. Вы, наверное, все видели ролик, как эта машина делает оверкиль через крышу и остается относительно целой. Почему? Ну, китайцы не стали экономить на железе. Если вы посмотрите вот сюда, вы увидите достаточно мощную заднюю стойку. Так обычно не делается на рамниках. Ну, на том же Prado все это гораздо меньше. Если посмотрите вот сюда, то вы поймете, что такая стойка не одна. То есть все это завязано в единую структуру. Если говорить об элементах жесткости на полу, то здесь он, в общем-то, один. Но здесь сверху и тоже выглядит невыразительно. Если говорить о крыше, то мы увидим здесь достаточно большое количество, порядка 5 или 6 ребер жесткости. И, в общем, это тоже не лишнее, потому что если будет снегопад или, не дай бог, вы перевернетесь, это сильно повышает шансы остаться живым, либо, ну, отделаться малой кровью в случае ремонта. Это хорошее решение, несмотря на то, что машина оснащена люком. Все это сделано достаточно крепко. Давайте поговорим о проводке. Здесь она выполнена здорово. То есть аккуратно смотанные жгуты, все прям так отдельно друг от друга. Словом, по-настоящему красиво и функционально. Ну, что касается разъемов, то да, они китайские. Но, с другой стороны, я думаю, что если не лазить сюда, никаких проблем в следующие, ну, 5 или 6 лет не должно быть. По той простой причине, что ну, аналогичная проводка, похожая, точнее, была использована на Хавелах H9. И там проблемы начинались плюс-минус в этот временной интервал, после 5 лет.
Если китайскому автопроизводителю нужно прикрепить какой-то элемент обвеса, в принципе, есть простое решение. Ты берешь раму и начинаешь приворачивать к ней кронштейны. Выглядит это вот так. Их много, и они все разные. И в итоге ты можешь поставить бампер. Ну а к чему усложнять себе жизнь? Ведь такой подход прекрасно работает. Вообще, если говорить о качестве сварных соединений, хоть я и не эксперт, конечно, могу сказать следующее. Глобально мне нравится то, что я вижу. Ну и качество точки, соответственно, и то, как ее проходил робот при сварке, и то, как все это реализовано, выполнено, даже те элементы, которые лежат внахлёст и приварены. Легкое изумление вызывает вот этот вот момент, один, второй, третий, но в конце концов, возможно, китайцы так видят. Со сваркой и с герметиками здесь все неплохо. Плохо с шумоизоляцией, потому что, ну, в принципе, ее нет. Редкие матики. Между тем, граждане, если вы присядете во время тест-драйва за руль этой тачки, не оснащенной дополнительной шумоизоляцией, в ней будет относительно тихо. Почему? Потому что это рамник. Кузов выше от земли, чем привыкли владельцы седанов и кроссоверов. Именно благодаря этой маленькой детали в салоне действительно тише, чем в большинстве одноклассников. Рамник имеет свои плюсы, как и минусы. Но я думаю, что мы можем сделать лучше. Почему? Почему надо делать лучше? Ну, давайте я сейчас вам покажу. Тихо в этой машине вовсе не потому, что фальшпол багажника можно превратить в столик. Ну, знаете, это действительно забавно выглядит, особенно если вы гибкие, любите сидеть на коленях, как это делают японцы, или, соответственно, скрестив ноги, как это делают китайцы. В общем-то, здесь можно устроить нифиговую чайную церемонию. Проблема заключается в другом. Эту машину разбирали сами китайские товарищи. И они рассказали о многих аспектах технического устройства своего автомобиля, пиарили его как могли, но забыли некоторые вещи, которые будут вам интересны, как людям, которые это купят за деньги. Вот так выглядит шумоизоляция крыши. Самый дешевый бюджетный материал. Ну и, естественно, одноразовый. Выглядит не здорово. Нам он, кстати, больше не понадобится. Вот так вот выглядит пластик, который можно считать настоящим кошмаром арматурщика. Почему кошмаром арматурщика? Ну, знаете, он не сгибаем, как дух китайского народа. То есть, прям вот если чуть передавить, можно сломать, как хворост об коленку. Так что прям треснет с хрустом. Если вы посмотрите вот на эти части, вы поймете, что арматурщикам приходится очень тяжело. Оно вообще не эластичное, вот это вот все крепление. Но, с другой стороны, когда это все в собранном состоянии и стоит в машине, выглядит это симпатично. Что касается прочих отделочных материалов, они по фактуре и качеству похожи на отделку потолка. А в чем соль тишины? Ну, собственно, вот в этом вот ковре, который создан из войлок, он формованный, есть вставки пластика. То есть, ну, такая современная технология, которая позволяет придать ему форму и сделать так, чтобы он не ерзал под вашими ногами. Это, в общем-то, неплохое решение. Ну, а для того, чтобы рассказать про особенности технологии, которую мы применяем при нанесении шумоизоляции в современные автомобили, а надо отдать должное, мы работаем с самой передовой линейкой компании СТП, то есть вот той, которая клеится в один слой, которая легче всего, что было до этого, не занимает много места и позволяет собирать салоны идеально. Я дам слово тому человеку, который, ну, собрал, наверное, уже сотни салонов, проклеил сотни машин. Это Павел Сергеевич, наш новый начальник отдела дополнительного оборудования. Добрый день. Что мы можем вам предложить? Есть уникальный материал Aerocell. Илья Анатольевич рассказывал про этот материал неоднократно, но это новая линейка. Четверка и шестерка. Шестерку мы кладем на пол, четверку кладем, засовываем в двери и лепим на потолок. Этот материал интересен тем, что в его основе есть гранулы, которые гасят
как шум, так и задерживают тепло. Начинаем, приступаем к работе. Господа, я не сомневаюсь в том, что вам понравилось то, что вы видели. Видели вы то, как наносится материал нового поколения. Строго говоря, вот эта вот штука, уж не сочтите за рекламу, на которой написано «Взлом технологии 15 сил в одном решении», это действительно не совсем шумка. Это продукт совсем иного уровня. Это комплекс, который делает многое. То есть это покрытие увеличивает жесткость металла. Ну, тут написано в 7 раз, не проверял, врать не буду. Но попробую объяснить, как это работает. Если вам доводилось когда-нибудь нажать на дверь, которая не обработана покрытием, ну, неважно, шумоизоляция или таким, вы чувствовали на ощупь на то, что металл реагирует иначе, чем когда его нет. Вот это вот покрытие, оно не всегда остается эластичным, то есть оно фиксируется. Это, по сути, ну, почти полимер, так скажем. И поэтому на тачках, у которых кузов рамный, то есть, ну, грубо говоря, есть рама и кузов стоит отдельно, как здесь, это действительно полезно, потому что добавляет жесткости вот тем самым слабеньким усилителем, потому что листы, закрытые этим покрытием, когда оно затвердевает, ну, начинают работать лучше на кручение. Нет таких сильных изгибов, не рвет с возрастом сварку. Ну и, естественно, эта штука будет актуальна для тех, кто живет на крайнем севере. Почему? Ну, потому что, когда вы глушите машину в мороз, вам надо, чтобы в ней было тепло, чтобы тачка держала тепло. И будет актуально для тех, кто живет на юге, потому что, соответственно, когда вы ее оставляете на солнце, сидите, кого-то ждете, работает кондиционер, это тоже работает прекрасно. Но наш ролик, в принципе, сегодня не про инновационное решение СТП, а совсем про другое. Давайте я вам покажу, как устроена эта тачка снизу. Что вы понимаете, оказавшись под этим танком, то, что это действительно внедорожник. То есть все решения конструктивные, которые мы видим по ходовой, они именно для того, чтобы ездить по бездорожью. Радиаторы прикрыты вот этой вот мощной достаточно металлической планкой, то есть если вдруг с углом атаки въезда на грунт будет что-то не то, они не оторвутся и не повредятся. Значит, что позитивного мы видим далее? Обратите внимание на размер рычагов передних. Они реально здоровые, очень мощные, шаровые. Вот то, что я вижу, мне нравится, потому что это выглядит надежно. Никаких игр с сайлентблоками, классика. То есть, соответственно, сайлентблоки, через которые идут болты. То есть, это тоже не вырвет, это будет ездить. Чтобы понять, насколько трепетно китайцы относились к конструктиву, посмотрите вот сюда. Это редуктор переднего моста. Он выполнен из легкого сплава. Машина, как вы помните, part-time. То есть нет постоянного полного привода. То есть она может двигаться либо на заднем, либо на полном. Ну, соответственно, на покрытие, которое скользкое, либо песчаное. На асфальте нельзя поливать на ней на полном приводе. Либо на пониженной. Так вот, значит, все те, у кого был part-time в старые года, помнят, что вот эти вот чулки их обычно обрывают.
Происходит это как? Вы даете газу на песочке, одно колесо резко цепляется, идет удар, и вот здесь появляется трещина. Китайцы были мудры. Я уж не знаю, почему они не сделали из чугуна весь узел, но вот сам чулок, вот он на болтиках, соответственно, съемный, идет дальше сюда, он чугунный. Это вселяет оптимизм. Продолжая экскурс по передней ходовой, не могу не отметить тот факт, что машина оснащена передним стабилизатором, что рулевая рейка у нас электрическая, и что вся подвеска, как сказали бы в 90-е годы, выполнена по красоте, по классике, то бишь на двух А-образных рычагах, на верхнем и на нижнем. Также можно отметить достойный диаметр толщины приводного вала и двухпоршневые суппорта. Врать не буду, граждане, мне пока действительно все нравится. Поговорим немного о трансмиссии. Сами понимаете, для внедорожника, то есть для машины, которая ездит туда, где нет дорог, основной критерий – это надежность. Поэтому здесь стоит коробка ZF, известная, в общем-то, ну, не знаю, сотням, наверное, или десяткам тысяч людей, которая ставилась в огромное количество европейских машин и показала себя крайне неплохо. Никаких, знаете ли, роботов. Именно вот гидротрансформаторная классика. Обратите внимание на то, как выполнена рама. Она огромна. То есть она вот в этой части может, наверное, дать аванс американским машинам, ну, американским тракам. Очень-очень серьезно и солидно все это выглядит. Что касается обработки антикором, ну, здесь она сомнительная. То есть есть какое-то небольшое покрытие снаружи, а внутри все абсолютно сухо. Ну, это, в принципе, стандартно. Много где. Далее мы видим следующий сегмент трансмиссии. Это раздаточная коробка. И она предсказуема здесь BorgWarner. Почему эта машина не имеет автоматически подключаемого полного привода, это вопрос к конструкторам. Как по мне, в принципе, было бы не лишним. С другой стороны, классический part-time, в общем-то, повышает надежность узла. Далее, если говорить о трансмиссии, мы видим карданный вал. Он на крестовинах, соответственно, есть подвижное шлицевое соединение, прикрытое пыльником. Словом, все как у всех. Что касается бака, обратите внимание, перед нами внедорожник, бак пластиковый, но он закрыт металлическим, судя по всему, из нержавейки толщиной где-то в миллиметр в полтора чехлом. Это тоже не будет лишним. Теперь предлагаю поговорить о чем? О заднем мосте. Уж не знаю как, но на этой мостовой машине, сейчас это видно любому, конструкторам удалось добиться хорошей управляемости, недоступной тому же Продосу. Говорю вам как человек, который реально в теме. Уж то-что, а Прадо-то я знаю хорошо. Рулится эта машина гораздо приятнее. Между тем, здесь классика, если вдуматься. То есть, соответственно, продольные тяги, две нижних, две верхних, выглядят вот так. Есть сам чулок заднего моста и тяга Панара. По большому счету, ничего тут более нет. Ну, кроме заднего стабилизатора, конечно, который добавляет этой тачке устойчивости в поворотах. Самые глазастые из вас могут обратить внимание на два момента. Первое, сзади здесь тоже дисковые тормоза. Это хорошо, все-таки 2023 год на дворе, машина резвая, ее надо останавливать. А те, у кого совсем хорошее зрение, могут посмотреть, как наносится антикоррозийное покрытие. Очень выборочно, как я вам уже показывал, когда был под автомобилем, и мы говорили о раме. Друзья, резюме по поводу всего того, что мы с вами сегодня обозревали и с чем знакомились. Если коротко, мне понравилась эта машина, потому что она быстрая, управляемая. В ней классические конструктивные решения, свойственные старым японцам и старым американцам. То бишь, проще говоря, это выглядит так, что это будет надежно работать. У меня, по крайней мере, в этом мало сомнений. Ну, потому что это чистая классика, которой сейчас очень не хватает на рынке. Между нами говоря, я вообще не знаю доступных по цене рамников, а в Китае это доступный рамник, все-таки 2,5 там плюс-минус за такое, это
немного. Что касается Российской Федерации, то 4 это, конечно, борщ. Спорить не буду, но с другой стороны, сравнивая это с продосом за 8, как-то душа лежит больше теперь к этому. Ну, по той простой причине, что и едет лучше, и динамичнее, и вроде как та же самая классика, и салон гораздо приятнее. Все-таки, знаете, сидеть в Гелендвагене, пусть и для небогатых, льстит самолюбию любого обычного человека. Уж то-что, а салоны китайцы точно делать умеют. Весь конструктив, который был мне интересен, увидели вы. Я знаю, что китайцы разбирали эту машину и показывали ее прям детально разобранную. Но думаю, что из моего обзора вы узнали тоже полезного, не в теории, а вот как хозяевам. То есть, с чем вам придется столкнуться на практике, какие вопросы будут по шумоизоляции и какой конструктив вас ожидает. За сим, пожалуй, я откланяюсь с полным чувством уверенности того, что сделал свое дело. Пока, парни!